Товарищ генерал-майор, личного отряда, для торжественного подъема флага кораблей «Святой Катерок» берега Ахадов из России построен. Здравствуйте, товарищи командиры. Начальник пограничного управления приказал 15 февраля 2019 года вручить флаг кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России. Служу России. Майор, старший мичман Лукизов для вручения флага прибыл. Служу России! Товарищи офицеры, мичманы, уважаемые представители духовенства, ветераны пограничной службы, поздравляю вас со знаменательным событием, пополнением корабельного катера состава подразделения береговой охраны нашего пограничного управления новыми уникальными катерами на воздушной подушке. Желаю вам долгих лет службы, успехов в выполнении поставленных задач и продолжения славной боевых традиций. Ну и от экипажей судов, которые сегодня выступят на охрану государственной границы, жду результатов, жду, что эффективность использования такой дорогостоящей техники позволит нам выполнить поставленную перед нами задачу. О, Господи, помилуй! А иже не предайте нас по пране разорения врагом и супостатам нашим век с дерзновения противоречить. Святый Сын, и Святого Духа. Аминь. Катер проекта «Хиус» предназначен для обнаружения, преследования, задержания нарушителей. Уникальность его в том, что он может основные служебные задачи выполнять как и по воде, так и по льду. На катере установлена современная навигационная радиолокационная система, что эффективно позволяет осуществлять пограничную деятельность.